Не надо по подушке ходить. Кто научил ходить по подушке? Нечка сам научился бросать вот щеки. Я могу. Остановись, все, сядь сюда. Я могу танцевать и бросать подушки. Нечка, Моник, я сделал портал. Портал сделал? Да. И что произошло там? Ну там он на другой лес попал. На другой лес? Ну там он где классно, еще там красная лилова, и они ой, классный свет и желтый. Еще там на руку падает баба. Что, откуда? Ну, и там еще твала. Да! Да! Мальчика, а я могу кубичную лаву. Да! Кубичную лаву? А меня на плече не убило, мне не могло скелет. Меня мама не убивал скелет. Не убивал, да? Да. Ты его победил. Нет, он что-то не убивал скелет. Он ко мне скелет шел, и вот так он и меня не убил. Вот так и там ходутельный, вот такой вы-то. Да? Да, вот это медуза вот такой. Так это медуза или осьминог? Ну это медуза, вот такой, белая. Там осьминоги или медуза, Никит, помнишь? Ты сказал, Майкл, что это осьминоги, а мне показалось скорее медуза. Да, осьминоги. Точно? Так топус. Вообще сквиды это. Папа, мальчик, ну там на моей горке нету сквидов. Нету сквидов? Папа, нет. Папа. Ну там еще идет человек. Человек идет? Да. На. Оу, что такое? Все? Тайм-зап. Смотрю, вот этот слон с палкой. С палкой? Найт-найт. О, Дальчика, ты сказал найт-найт Никите? Что ты танцуешь там? Соседи раздражают. Найт-найт. Бай-бай. О, все, все, time's up. Bye-bye. Oh-oh, no. Ляля решил по-другому. Он хочет, чтобы ты за ним бегал, походу, не? А
Знаешь?